Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Остатки сна с лица смой. Кто стоит в зеркале перед тобой? Кто в этой книге главный герой? Этот мир твой. Способности и возможности, шансы и препятствия на пути свыше даны, только крепче держи. Себе в глаза загляни и скажи: я знаю то, что я видел сам. Верю глазам, а не чужим голосам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Не дам тебя запутать черно-белым полосам, плюсам, минусам, противоположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель и знаю, что я буду там. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Они будут рады твоему провалу, твоя победа их бы обломала. Она доказательство того, что проблема в них самих. Удобнее в своих бедах винить других. Поражения не требуют усилий и затрат. Главное повторять мантру: я не виноват. Так устроен мир, рожденный ползать не взлетит. Для них голод всегда лишь повод умерить аппетит. Лень и страх перед неудачей, вот тот песок все бочек, куда они головы прячут. Основной бонус этих поводок страусиных в том, что лишь сунувшись, ты уже по шею в трясине. Лицо в грязи, нечем дышать, и открытый тыл. Рядом пыхтит толпа таких же слабаков, как ты. Чтоб не узнать потом во всем этом свои черты, сам себе скажи, пока есть время до конца игры. Я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы, да.